Во многих странах мира в знак солидарности с Парижем прошли акции скорби. В Египте великие пирамиды окрасили цветами сразу трех флагов. Помимо французского, на пирамиду Хеопса проецировали изображение российского триколора в память о жертвах крушения самолета и флага Ливана, как напоминание о теракте в Бейруте. У подножия древнего строения собрались сотни людей со свечами. Аналогичные церемонии состоялись в Нью-Йорке, Москве, Дели и других мировых столицах. А вот акция памяти в самом Париже чуть не привела к новым жертвам. Сотни людей пришли на площадь Республики. Внезапно раздались похожие на выстрелы звуки. Люди в панике начали убегать. Полицейским с трудом удалось сдержать толпу. К счастью, в давке никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что за выстрелы люди могли принять взрывы петард. Непонятно, что случилось. Скажу только, что мы предприняли все необходимые действия для обеспечения безопасности. Когда видишь бегущую толпу, надо действовать быстро.